тут уже готові, дискутуємо з нашими гостями. До нас з рання завітали Геннадій Борисов, автор книг та поет, і Євгенія Якуша, бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Доброго ранку. Доброго ранку. А чого ми дійсно тут зустрілися? Будемо анонсувати творчу зустріч, яка буде назву «Читаємо всією сім'єю». Не будемо розкривати всі подробиці, тому що зробите це ви. Будь ласка. Тож, слухаємо вас. Вот автор, он будет презентовать свои книги, он сейчас скажет несколько слов о них. То есть за сторінками новой сборки Геннадия Борисова, да? Перш ніж мы будем говорить, давайте анонс, когда відбудеться зустріч. Значит, встреча состоится уже в это воскресенье, 24 числа в 12 часов дня. На встречу мы приглашаем детей и родителей. Это вот в рамках всей Николаевской книги, это единственное, чуть ли не единственное мероприятие, на которое можно взять детей, оно будет больше именно для детей. Будем читать стихи, у нас будет организуется некая творческая тусовка, благодаря Геннадию, его знакомствам. Кроме его книг, будет также презентация, не то что презентация, выставка кукол Елены Маркитан, чудесные куклы. Можно будет посмотреть, они будут идти в едином образе с поэзией Геннадия, будет очень интересно. И плюс будет также еще представлены картины художника Дмитрия Молдаванова, то есть там и будут и иллюстраторы этих книг, то есть очень много творческих людей. То есть целое такое арт-мероприятие такое, да, да, можно да, сказать, полный комплекс. Вот. Ну, расскажите, пожалуйста, Геннадий, немножко вот о сборнике, собственно, стихов, да, которые будут представлены. Вот, пару слов. Ну, здесь, здравствуйте, здесь, значит, будет на этом мероприятии будет презентация книги. Очень малое собрание сочинений. Оно вышло, правда, в прошлом году, но о нем не так много знают. Вчера на ярмарке на книжной многие уделяли внимание этому сборнику. Потому что я пишу сборники для семейного чтения. Здесь найдут и философскую поэзию взрослые, и любовную лирику, значит, и стихи для детей. Это вот, ну, в общем, всех, все, кто есть в семье, те найдут у меня в сборнике что-то интересное. Вот. И также будет презентация книги «Стуль». Это для детей. Я дней 10 назад уже в этой студии рассказывал об этой книжке. Это первая книжка для детей. Книжка цветная, книжка красивая. Книжка красивая, иллюстрировала Светлана Полуянова, известный художник николаевский. Чем, кстати, это мероприятие тоже будет интересно, тем, что вот уже Женя говорила о том, что будут художники. Это и Маркитан, вот, это и Молдаванов, это и, конечно, и Елена Маркитан. Елена Маркитан очень интересная, очень талантливая женщина. Я в восторге. Я в двух словах буквально расскажу, как вообще, значит, идея появилась. Значит, как-то Елена Маркитан попросила меня, ты можешь написать, ну я их давно знаю уже просто, да, ты можешь написать стихи как раз к Дню города. Я говорю, Леночка, а сколько у меня дней есть и сколько нужно стихов? Она говорит, да немного, там стихов 30, а да. Я говорю, а времени? Она говорит, ну дня 3-4. Я говорю, да, всего-то. Я говорю, Лен, конечно, напишу, ну это самое, да. И вот я написал стихи, я сейчас прочту кое-что. Но это, честно говоря, надо по большому счету видеть. Иллюстрации, да, до сих пор? Не иллюстрация, это куклы. Да, это характерные куклы. Чем они интересны? Потому что там они настолько живые, там такие характеры. Там, ну, в общем, иначе бы я не взялся, если бы это было бы интересно. И что потом получилось? Получилось то, что Лена потом мне говорит, знаешь, говорит, вот ты куклу мою прочувствовал даже на больше, чем я прочувствовал. Я говорю, ну еще бы, ты за что написал? Значит, ну, уже не такое почувствовал. Ты давай так послухаем. Значит, вот одна кукла, она будет там представлена, значит, называется «Летящий ангел». Это молодой ангел, молодая женщина, молодая девушка, летящая в небе, а под низом, значит, там город. И вот что получилось. Ты меня не забывай, я жила одной любовью, от ветров тебя с собою, хоть сейчас не забывай. Я возьму с собою вечность, запах памяти, конечно, шепот, милый, помоги,
хоть сейчас меня пойми. Ты меня не забывай. Села я в ночной трамвай, в нем судьбу не унести. Я ушла, а ты прости. Вот такое, да, ну грустно. Да, ну, это, грустная, дело то, что... Чутевый. Так, а там, там такая кукла, там куда деваться, там некуда. Да, ангел, да. Да. Картина Шагала как-то представилась, там, конечно, их двое было, но все равно. Можна продовжити нашу тему. У мене назріло таке питання, яке я дуже хочу запитати. Напишіть 30 віршиків, у вас завжди так от сказали, напишіть і ви пишете. Як вам це вдається? Ви себе якось примушуєте? Це примусово? От як це можна зробити? Напиши. От мені завжди це цікаво було дізнатися. Я тоже дней 10 назад говорил, что у нас поэтов много, а поэзии мало, да, а тут, ну, поэзия это тоже работа, вот. И здесь, ну, так если надо, вот, ну, что делаешь, надо, значит, надо, надо настроиться, это вообще, это поэзия, это что-то такое, что об этом можно всю жизнь говорить, и никогда одни не скажешь до конца, как и в любом искусстве, наверное, но поэзия – это особый вид искусства, потому что там все. Там и та свобода, которую ты пишешь, и особенно вот это касается вот стихов для детей. Вот только когда я пишу для детей, я получаю огромную свободу, я получаю такое счастье, такую эйфорию такую. А потом так смотрю на часы, опа, чтобы стишок написал, прошло 8 часов, ну, вся ночь ушла. Да, там две чашки кофе, там, ну, куча сигарет, а, ну, в общем, и написал. И, ну, ходишь потом целый день такой вот, ну, это не передать чувство, это очень здорово. Это тот, кто пишет, он может меня понять. А дети, от, чому для детей вы пишете? И как они відрізняються, от, читачі від дорослих? От? Ой, да мы детям должны, как земля крестьянам, вот, с тем бардаком, что у нас происходит в стране, и то, что мы у них детство забрали, то по большому счету. То детство, которое было у меня, я не скажу, что оно было там супер счастливое там, или еще что-то. Нет, оно было детство. А что у них сейчас происходит, это ужас. Вот. И я не говорю, что у всех, но по большому счету мы виноваты в том, что у детей нет детства. И я пишу для детей, вы знаете, как сказал профессор университета Сухумлинского Гладышев, он сказал: ты пишешь на языке детей. И вот что это и сложно, и просто. Потому что, ну, вот вы знаете, вот сделайте такой, как пример, короче. Пройдите по улице и спросите у детей, покажите на велосипед, спросите, как это называется, да? Вот поверьте мне, из 10 человек 8 скажет «лесопед». Это наше, там местное что-то, может быть, может какой-то сужик, может еще не знаю что-то там. Но многие не говорят так, как мы, может быть, они что-то упрощают, они выдумывают новые слова. Это целый мир, и они нас пускают или не пускают, но это уже от нас зависит, сможем мы ли расположить детей. Я часто читаю детям на улицах, вот прямо на улицах, я вижу, там мамаша гуляет, я подхожу и спрашиваю, можно ли прочесть, чтобы я мог сориентироваться, правильно иду, в нужном ли направлении, понимают меня дети, потому что у них ассоциации совсем другие. Я вот уже как-то рассказывал, что когда я разговаривал с мальчиком 8-летним и говорил о пареных летителях, которые рисуют в небе картины, а он мне, да, он говорит, я понял, о чем вы Диагина говорите, потому что самолет, когда я его вижу, когда он здесь, вот он стоит, да, а вот там, это парень-летитель. То есть это я понимаю, что чем, да. Вот, и их язык, это, ну, прекрасный язык. Вот. У меня другая теория ответа на этот вопрос. За время знакомства с Геннадием я все-таки уловила, что он тоже в душе остался все еще ребенком, несмотря на то, что я хотела его озвучить. Но все-таки это так. Может, поэтому это близко. Для того, чтобы разрушить это состояние. Бути самому трішки дитиною. Ну так. А що для вас, ну, от, в повседневному житті, чим ви надихаєтесь от, у процесі створення? Все одно, що натхнення якесь, чому шукаєте? Честно, вы знаете, вот когда 30 штук пишешь за 3 дня, да, вот, это просто работа. Вот. Не, натхнение, ну как, есть стихи, конечно, достаточно, ну, они из серии гениальных, вот. У каждого поэта есть. Как Цветаева говорила в свое время, что ранние стихи все гениальные, да, а поздние это все совершенные стихи об искусственной книге. Вот. И, конечно, есть стихи, которые, ну, ты лучше раскрываешься какие-то, менее хорошо раскрываешься. Вот если можно, я прочту что-нибудь, да? Да, ну, чтобы, да. Дело в том, что
Темы, которые я беру, да, они, ну, скажем так, это... То, что наболевшие, ну... Они житейные, жизни, да, да. А вы вспомните себя в детстве, да, что у нас... Что у нас... Да, я помню. Хорошо. Что нас интересовало, да, вот я пишу стихи, допустим, называется «Что в носу», да, вот, действительно, всех в детстве интересовало. То есть, вот так, или вот у меня есть стихотворение, но оно сюда не вошло, это называется «Что побрить». Да все мальчишки, все девчонки, это вот бритва, это вообще-то что-то такое было, да. А сейчас я хочу прочесть стихотворение, которое как раз в стуле вошло. А почему стуль, интриги я не буду делать, это есть стульчики, это маленькие, да, стул это большой, а стуль это средний. Он не большой, не маленький, не стульчики, даже не стул. Ну, это вот те, кто будет читать книгу. Вони зрозуміють, чому саме стуль має. Да, почему стуль, потому что он не большой, не маленький. А сейчас я хочу прочесть стихотворение, называется «Про дом». «Про дом». И, значит, ну, давайте так, лучше будет, если я прочту просто. «Устал я за окном, хочу скорее в дом, где пахнет пирожками и мамочки руками, где тикают часы и хлюпают носы, когда зима и снег, где слышен брата смех, туда, где скрип полов, где бабушек полно, где дырочка в кармане и прячется в баяне любимые мелодии, не грустные, веселые, где книжки все с картинками, где котик с мягкой спинкой под новогодней елкой, игрушек вот как столько». Боже, так здорово. Знаєте, що це вірш про мій будинок. І я думаю, що от із мого дитинства. І це так само і дорослі мають читати, тому що кожен із них там знайде моменти зі свого будинку, зі свого дитинства. Ну це чесно, так? Дуже так атмосферно. Дуже здорово. А в мене ще таке запитання. Ви пишете в шухляду. От те, що не бачать люди, от ви думаєте, видам, чи нема такого? Звісно, є. Є. Багато чи ні? Ви знаєте, якщо учесть, що я пишу вже 30 років, а это 8,5 килограмм рукописей, то, конечно, там ну, много есть, ну, как сказать, когда я учился писать, да, я прошел такую экспериментальную поэзию, извините, шизоиды, бредемы, это вообще нормально, это нормально. Это то, что я не показываю, но на этом набивается хорошо рука. Это, конечно, Хлебников, это Каменский, это самое, это футуристы. Это, конечно, Гумилев, это Цветаева, это много Серебряного века, это Золотой век. Вот, когда я написал тысячное стихотворение, это было лет, наверное, 15 назад или 18, я сказал себе, хватит писать, надо учиться. Я сел штудировать 3 месяца, я изучал учебники по стихосложению. Это интересно. Вы знаете, вот, кстати, если в двух словах, чем Пушкин гениален? Вот многие могут не знать просто. Есть четкое определение, почему Пушкин гений, да? Если технически брать сторону. Потому что есть та сторона, вот та сторона, которую никто никогда нигде. Вот это, да. А вот технически. Ну, я напомню, кто-то знает, кто-то не знает, значит, это в русском свободном стиле существует 8 размеров и 35 подвидов. Это там ям, хорей, напест, значит, да. там дактиль, там, ну, я не буду все перечитать, оно неинтересно. Так вот, в первой главе Евгения Онегина, да, он все уместил, все 8 размеров, все 35 подвидов, да, и мы это не чувствуем. То есть там оно все идет гладко, красиво и здоровски. И естественно, что добавляется то, что отдается от Бога, дается, понимаете, это никак не иначе. Вот. И я решил, скажем, чем я не Пушкин, у него тоже два носа, вернее, два уха, один нос был, да? Да, и я решил написать, я за 6,5 часов, это был какой-то кошмар, я уместил там 5 размеров и 12 подвидов, я понял, что это я не Пушкин, я Борисов, да, если. Не треба бути Пушкиным. Так, прямо буде з собою. У вас чудові вірші, у вас чудові збірки, і я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, запрошували вас на творчу зустріч, читаємо всією сім'єю, 24 квітня о 12:00, я думаю, що ви втратите щось, якщо не прийдете, буде цікаво. Я всіх приглашаю. Всех приглашаю. Я думаю, что будет очень интересно, потому что, да, мы постараемся, чтобы вы не скучали. Это самое главное. Так, дякую. Спасибо вам. Дякую за то, что пришли. Это был Геннадій Борисов, автор книг поета Євгенія Якуша, гарна і тендітна бібліотека Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.